Ир бұлзан, пұшланач және бұрнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидезе етре, чеваш ен наций телевидение, тюре ферендже, ир бұлзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбе ирек сире вранма бұлышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйхран перле вранар. Шена ирагуна перле бушвар. Ир булдар хак вагураган зем, чаваш ен наци телевидениен тюре эфиринже ир булзан каларым. Сирымбе бірле пая небе, Дмитрий Вериялов, пурнеде сывлық сунады, пурнеде шынагун бушванны ядба салам лады. Шубашкарда шандалык аванванже дезагамада булдарат, хевел бұғат, майларшы жандалык, чынақта уяры манжутпа шакымбек шандалы гергенейрі хваранзадына хыщын, чуна жеклет камала жеклет пиде аван. Шагымбек камузым бехак ворганзем, мен жутвадыр езер жаген берги, менле камузым безер панерхенерех варанзададыр, шерзах варма пударадыр пирин вконтакте сайтри ушкан ракала забарга даргашан хвар камурзем берги. Тада жавандах шавушкан рахи зе шерзах варма пударадыр яван гибекех, менле дебулин ожа замахсем, шивых шин зем валли, таван рзем валли, юдашар зем валли, мен бурзавам зенебе вуаза барадып келензе саванза, Коштырзан тюре эфирда жаман бады вағыт бұрға зерен жерзағы барза әлгередір, жұтваза елер мәңгавашы незер шивық шинзіне, жұтваза елзім вара шерза, алла телефон, кәсе телефон елзе, е компьютер өмне барза, мәне білін жерзағы бар. Тада яван хебегех сырым вали байын ұзылғы рубрика зімбе қазықва юры зім дей бір жаман бек, шағым бек юры ран пирін халі передачына пұшва малва, әзір қаварын шыны гуна Пушва мала, кайрамар.
Ирир будр дебрхут пурнеде хаквагураганзе мир бузан кварам пушванже. Ире вара пидех ира пумазан мен думал важи куну пушван на джухне. Манжут па иргине ирех кун лайгер цегайдер тезен чимаудан зарядка дуза ильмелле варан зажитмелле шамжак сенегистах хускаваза хускаваца ильмелле кайранда да тут абатван мала мне хватва кофе шмелле кофе шместр бузан хватварах чей шмелле тогда иргине ирех тванжина юратна мажара хыдрах идава заильзе чукту мала ожа замахсым гава мала тван Юратна мажоршимура булмазан, де эже кайна булзан, юратна мажора манжутпа, пирин программа урва савам галама бывать. Ширзахвар жагамбек ожазамахсене, пирин вконтакте сайтри ушкандра, пирин ушкан сирим вали ужа, менджерас тедр, шавна ширзахварма пулдарадар, ебе жак самахсене, шак савам зане, коштарзан тюре эфирда, вуаза парадап, шавамбада ширзайль гередер хайзер. Халивара, яван хибие, хак вураганзем сирим вали гороскопка, ваза бара Прозере, мен хадерли згуна бире паянги щене хевелли куна, шоудерзе мен гет седрадши бире паянги гун. Сурхсем, кунибех выигал щелгушпек тапсадаря, шаван бада чилай щиденю даватар. Вагарзем. Найнлах серебине шакла насран сыхлан мала, унран хавардах хадлаймар, шаун бады шилдерзем серебаян ширепрех пулмас нища. Егрешсем. Сирый нюмарда мыньбур алак уже, пызыкалы бышла эч пурнышлама майзем нумай, шилдерзем телевзне пурнышламас нища. Раксем. Кызыклы саман цимбе пуянгун буля, шилдерзем шине палажу зембе, ыгрытель блузем нумай пулас сашандараща. Арсландем. Ити зенджень ирзымах сағалмар илдедер, анжақта кашны сымаға ұжан хывар. Візем хұшын жесере, курайманны зем диплома бұдарашы азырған ұлы болар. Керзем. Пұрны жауылыштарма май бараган саман сен пірінгі шын тепри тубын зақ пөреш. Візіне бұл айзер пұрге бала жінеде орық көшпа пықма бұшладыр. Таразазем. Юра дура паянанат, чын ревуд шылымба химленеген туйым, керек кепле ішреде хавғалындар забыре, мінбур еварлық, шымалынақ парыня. Скорпионзем. Хаваратулын шанзан керекепле эжеде шүлі шайра бұрныштадыр. Шылдар земсіре пұрыйды вады хавардилын хураламас неші. Ухы жетем. Хаварда шыне бұлдарулы хужадыр. Шивичес папаларзай тізіне телендередер, әшіре ятсом жінзейледер. Туга жегізем. Шавдере азырған ұлы бұлмала. Пірбірген жабула планзем тұрук арганма бұлдар ашы. Хирю дуйма иригеан ярыр. Шывдыганзем. Паян кулинги ханыхны ергерень парынма антырыжыр, унзырын шөлжинже еварлықсем дубынеш, еныш сенжен вағыдра сыхлан мазан гайран хыдах югенмейтеве. Улызем. Вайгалыр самаяхчакны не дуядыр, кымыл дуем да тадыжақ пузырынжек, хавара алла илерде ларудырова керлебе кергелесе яма Михел жидерыр. Унчен каварамында юдашсы мирхине ирех, чигерле абава, тут вот тогда шайва жануа, абатванны анджахта, ирбе чивайже, вога читменны бе, абатта шимесше, кофеш небех, ширвагаще. Кондрова дальне вара шавдери вышса житны бе, она гана у ямазрах тем дебер шиеще, шакна да астумалла, ирхи абат туда тытмалла, хырма евроватмалла мар, менжемелле же ирхине ирех, подожемелле Чивай хис, салебаты майбен, ирильни негура, вау чивай чен, туда ты дача. Бада, подачизен, сря ван буа дыргинерих. Пыл земель да, дешевна, чиварзата нахыщен, организма войгерле, пылри фруктоза вара, самантрах, вой галгужать. Шамарда земель, белок папуянскер, салебаты бе, лайх, килиш седрать. Се, табарча, сыр, ираш, шагаре, организма, вой параще. Сеткен,
Ембе умажерва шинна витамин зембедию истерет, торт, конфет еши углевод вошимышсене шимелемар вазем самантваха кана вайгужаще. Кофе вырне симес чейшни аван кофеин жае, унда шаван джухлех усывара и тварах симес чейри. Тогда мен асра тытмала кунгу шинже абатван малы берги. Хырым вышмазар абатчиме кирлемар, выже жюреме юрамасте, пармаяха выже жюрезе, тогда и тварах ютхышма пулать. Чурма фабрикация мар, натуральный жимештоян мала, чан жимештоян мала жимелле. Кунне париге жухрымда болин шуранут мала, шамбада ага езерхале, эжедухма буштаран дарпузан, хварба проездной билет ильдар бузасын, манжут па на шаварах кисенчиксе хума булат, париге остановку шуранут сан, пиде аван эжегайна жухне иргене ирех. Тогда абат шине хыщен, кашнинджех утка мала кыштах, шамжаксене хускатмала, пармаях варма е выртма юра масти е зирдада жагымбек варма вешре эшледр бузан тарзан дарзан сегет хушинже пірре уткаваза илмелле гыштах париге этар шуран хабарза пағыр шагывы пиде аван. Тада кунгушинже таза жыл ытварах эшме тарышмала. Шахсем гавашче кунне кашни жин виже литр таза жыл эшмелле деша анжах тахавартуема бабығыр. Утвашину ма живыш сень, эш сенде юра масть. Абаджи тут будр деза гавашан ебе кам схаля садир хушинже варат, кам халя абатванадь, пирин передача на бахса, абаджи тут будр зырин чынахта, анжахта манза ангайр, изир халя пирин вконтакте сайт три ушка на герзе, жерзах варма бударадар, юдар жазым вали, таван жазым вали, мэляди брин ожа замахсэм, саумлу ма бударадар вазэне. Вазэм де садир хушинже вараща бузэм, вазэне де изир, абаджи тут пудр, дезе сунзага ама пудара. Держагым бирге манзангар, керзе жирзага варр, коштырзан, вогатну маю мара, вуаза барадап, мэн бурсавам зэне хали вара хаку гураганзэм, сирым валли тебр, камалажик леген, савынышва юра тархашын. Сапахтичи саракая каманалы Ураменэ рихтили курса Сапахтичи саракая каманалы Ураменэ рихтили курса Эзэ чанра калапшавэлэ иксэль гитилэ чуди Эзэ юрабухэл гэлэ чихылак шыланруди Эзэ чанра калапшавэлэ иксэль гитилэ чуди Эзэ юрабухэл гэлэ чихылак шыланруди Сидыш сазэ юхэлэ шамэгар шамэгар Иткэнлары хилэр цичуна Камчатса дырачи завана маза Урдаванда юрадат сама Камчатса дырачи завана маза Урдаванда юрадат сама Эзэ шамра калапшамэлэ иксэль гитилэ чуди Эзэ юрадухэл гэлэ чихылак шыланруди Эзэ шамра калапшамэлэ иксэль гитилэ чуди Эзэ юрадухэл гэлэ чихылак шыланруди Если юра духе,
ти бурлак чирла труди, езе чамрак лак хевеле иксел мирилен чунди, езе юра букен химе ти бурлак чирла труди, езе чамрак лак хевеле иксел мирилен чунди, езе юра букен химе ти бурлак чирла труди. Паян шу уйхын ширым бірмежі, мен бе Павло жи паян хигун, мен ле пулын земиртны жи паян хигун, үтті жуызын жи, тада мен ле уявзым жи паян шагын бірге гауаза барас келет сире хаку гураган зы. Расшайре паян полярник кунне Павло дываши мен. Бур полярник сане савам лад паребір. Шавын бігех пиранчы живра шар кужару жи зым, хайзен профессия уявни Павло дываши вазыне рейбір. Савам лад пар. Унзыр бүшне расшайре паян лопка океан флоджи ерг Геленне кун палвадаваща, кашни жуах, шу икен чирим бірмежінже, расшейре инвентаризатор зэм, хайзэн профессия уявне палвадаваща. Инвентаризатор зэне савам ладпар, паэнхигун инвентаризации ваяхирцы гайдар зэрин. Тада пинде того же равдаваттам шуда Совет Союзен дада расшей режиссёры, сценаристже, РСФСР хавах артистже Глеб Панфилов шу равна. Пинде того же шрехтахрам шуда Совет Союзен дада расшей театр бакино актрисы Расшей хавах артистки Любовь Полищук кунжуды курна. Хоян чередли журавну гуне, расшей батшавах тада шар деятели, армии генерале, расшей паттере Сергей Шойгу балладывать, валбаян утмал двады жылду дарадикен. Аултым жугайла, чаваш жиравжи драматурге, СССР жиравжизен пролеживен пайдаже, чаваш республикин давади вишли юнер деятели Николай Сидоров, шуттен жене кильне. Хавах календарябе паян саваплы Иван Куне, хайзен Менельник зене Андриан Арсений Иван Ятва Аржинзем Палладваше Вазене Эбир Савам Латпар Менельниксем Яджибе. Тогда вуа за бара скелет Эзир берем ВКонтакте сайт Рушкан Рашир Захварна Савам зене. Света Пирожкова жира сывлых сунатпар, эбир зирингавар мурла ельджи краянынджи, шэна эйбеш хэлэнджи, шуравна Пирожкова Софияна, шуравна гуньяджбе чунджеререн завам латпар. Уюхбек шуда кунжу, юган живбек варам эмэр, чаваш шумани бек ширып сывлых, экзамен зэне лаях Павла зэмбедыт мазунатпар, удас шуву санан яванах тагар будар, самлаганезэм, Пирожков зэмбед дружинин зэн шэмьизэм. Эбирде завам латпар, Софияна. Тада, сывах сунат пар Дима, деда Ширащей, деда Зири сывах сунада, энергии падрир райнынже, убам зара журавза үсне, хали алманжа ялинже, пуранаган, сымов Виктор Николаевича, ал билик шуги сумму и билик яджебе савам лат пар деда, жират Илья Долгов. Малашнеги бурны шра нигжан хаважами ширеп сывах, варам кунжу, тапса дараган телей, педем эшре онажу, шин хушынже хизеп сунат пар, эзер пиринжен Ира Теслях, Вереню, Тенджин, Авокне, Ушса, Парагане. Тавда Бушсере, Пиринжен, Вой, Хаварашель, Лемезер, Торошнажен, Яванах, Ира, Канаш, Сэмбе, Пушнажен, Сирин, Шин, Хушинджи, Хизеб, Хизебер, Юссех, Пудер, Кашни, Шене, Кунер, Савана, Шильдзе, Кильдер, Шемьере, Килижбе, Онвану, Хужаландер. Уца, Духна, Шужен, Ангулянер, Сумма, Жин, Паян, Эзир, Ешра, Мен, Ры, Йодах, Сире, Сунатпар, Анажужеш, Пудер, Пурнышра, Пурнма, Яван, Хаван, Дарчер, Юраца, Оспана, Аджерзем, Эмецемде, Пурде, Пурнышванчер, Амрдан, Умрдан, Анкайчер, Шуттесем. Саум лаганезем Можера, Игиаджи, Моногозем, Кине, Керюжи, Илья Довгов, тогда Педем, Шивых, Таванезем, Савам, Латпар, Эбердем, Сире, Виктор Николаевич, Шак, Уява, Яджби. Тогда Дебердем, Жем, Пэджик савам, журавну гуня джебе паян савам ваше Максим Николаева, юдаже зэмбета ваня зэм, Максим азу наши номерах ону жу, сывлых лабудезе су наши Максим, журавну гуня джебе зана. Тада Юлия Логинована савам ваше юдаже зэм, Юлия журавну гуня джебе зана, и бирзана бидыхэда юра датпар, ону жу лабу, сывлых лабу, телей лабу, пурныш таршибеде маа ваше, агамбек пызагудам зэмбе, уцаб
бир сана ещё он ужем сунат поршура он гуньячбе Юля. Тогда чура он гуньячбе самам ваше Гуля Хайрулова на его даже зем Гуля сана чура он гуньячбе сана ибер Юра дат пор сывах вот теле или пул. Савам вад протезе чер заговорно. Эбеде савам вад обсире порнеде, гахва юдаш сэм камен байн чаранагун, сирин тадам или бун уругу яв пузан, сире порнеде ебе савам вад об, шак уяв зэм я чебе, анчахта сирин уяв шок пузан паян, манжут па шак бек хевелле, лайх шандавак вакун, дезе шак кунада уяв дезе жотта вам буат, шамба ебе сиреде савам вама пударад об, сирин вале тебер юра варца барашана гебер таргашин. Саваны сан белесе, манчережем еплеш умные. Ир булзанда, хашвырцанда, персана чатам зар кетнине. Ир булзанда, хашвырцанда, персана чатам зар кетнине. Ах, саваны жем, саваны Манкурасе, ужу зем савныч патуныне, и далась зана, отяжласе, чунам ритуем зе, систерзе. И далась зана, отяжласе, чунам ритуем зе, систерзе. Савны азилесе, бирвай гидель булуховать не. Нихожанда манас марче, черезем полганза тапныне. Нихожанда манас марче, черезем полганза тапныне. Ах, савны жем, савны Доброе утро, уважаемые телезрители. На этой неделе в нашем городе, в Чебоксарах, состоится довольно-таки крупное событие для нашего города, для региона и для Приволжского федерального округа. Это форум «Волга-Янзы». Об этом событии нам более подробно расскажет руководитель Центра изучения Китая Краснова Марина Николаевна. Марина Николаевна, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, уважаемые телезрители. Действительно, в этом году, вот на этой неделе, у нас пройдет крупное мероприятие, собрание ассоциации вузов Поволжья и верхнего и нижнего течения реки Янзы. Прибудут огромное количество китайских делегатов и будут делегаты с российской стороны, которые будут заседать на этом форуме. Будут подписаны различные соглашения, организуются встречи, экскурсии. Выслушаем китайскую сторону, российскую сторону с их докладами. Я думаю, что это будет очень удачный форум.
Спасибо большое, Марина Николаевна, за такой ввод в тему краткий. Но все-таки хотелось бы побольше интересного узнать об этом форуме, потому что событие крупное, необычное, даже, наверное, можно сказать, редко, не часто, точнее, проходят такие мероприятия в нашем городе. И все-таки, почему этот форум называется «Волга-Янцзы»? В каждой стране есть великая река. В нашей стране признана всеми это Волга. В Китае это Янцзы. Угу. И чтобы подчеркнуть важность вот этих рек, значимость этих рек, значимость населения, которое живет вокруг этих рек, не только центральные, например, как Пекин и Москва, а что и центральные регионы играют важную роль в развитии разных взаимоотношений между странами. Вот был принято название такое «Волга-Янцзы». Угу. Для нас Волга, для них Янцзы, и в результате вот сегодня мы очень много сотрудничаем с теми провинциями, которые находятся на территории данных рек. Бассейнах, ну, как говорят географы этих рек. Совершенно верно, да. Ну, в общем, акватория реки Янцзы – это вот примерно, ну, вот то же самое, что и вот Приволжский федеральный округ. У них тоже есть такие деления на крупные макрорегионы. Волга-Янцзы, форум. История этого форума, сколько лет он впервые проводится, или он это уже как бы с завидной регулярностью проводится этот форум? Ну, история данного форума не такая большая, не такая длительная. Вообще, начало начинается с 2013 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда было сказано, что необходимо укреплять и расширять отношения между регионами Российской Федерации и провинциями Китайской Республики. В 2016 году состоялась первая встреча ректора Нижегородского государственного технического университета и ректора Сычуаньского университета по согласованию вот таких вопросов. В результате в 2017 году в июле было подписано соглашение о создании ассоциации вузов. И вот уже в октябре 2017 года состоялся первый форум в городе Чэнду, это провинция Сычуань. Я как раз была участницей данного форума. Вместе с проректором по учебной работе нашего вуза, это поверенным Игорем Егоровичем. Мы посетили этот город, этот форум. Конечно, масштаб нас ошеломил, потому что это 5-звездочные отели. Синхронный перевод, культурная программа, экскурсии. Все было проведено на высшем уровне. И вот сейчас наша задача провести все это в таком же варианте. Ничем не уступить. Единственное, на что вот мы должны помолиться Богу, это чтобы была хорошая погода. Чтобы китайцы не испугались наших дождей. Чтобы мы могли показать наш город, запланированные экскурсии по городу. Чтобы показать красоту нашего города, нам нужна солнечная, ясная погода. Ну, совершенно согласен. Мы должны показать чувашское гостеприимство, показать то, что Чебоксары не зря несколько раз становился самым благоустроенным городом России. И я уверен, что у нас это получится сделать. Но, Марина Николаевна, расскажите, пожалуйста, немного поподробнее именно вот о первом форуме, гостем которого вы были. Сильно ли отличается китайская культура от нашей чувашской культуры? На самом-то деле, я в Китае была несколько раз, и в виде культурной программы, национальной песни, мне всегда кажется, что они такие же на чувашский лад. И поэтому хочется даже подпевать. Культура, конечно, несколько отличается. Во-первых, это, например, гостеприимство. Мы с вами привыкли стол накрывать так, чтобы он ломился. И в первый раз, когда я поехала в Китай, мне казалось, что они немножко недооценивают нас. У них очень интересно круглые столы, крутящиеся, и выдают маленькую тарелочку. И вот когда в первый раз думаешь, и что же из этого можно съесть? На самом-то деле, согласно китайской культуре, выдаются 13 блюд. То есть они выставляются поочередно. И если человек не знает, что будет 13 блюд, он наедается первым и дальше уже поесть не может. Говорит, боже мой, надо было подождать, оказывается, еще как много вкусностей было. Поэтому пиалась совершенно маленькая. Потому что мы не знаем, что нам еще дадут, какие 13 блюд будут представлены. И второй момент, который вот китайцы обращают внимание, и кухня чем отличается, это все продукты у них переработанные.
То есть все приготовлено в чем-то. Ну, как говорят наши студенты, которые бывают, у них свой санпин. Там, чтобы ничего не испортилось, чтобы ваши желудки были целые и сохранны, это все, соответственно, должно быть переработано. Когда общаемся с нашими девочками, которые из Китая обучаются у нас, говорим, что вас впечатлило? Они говорят, вы даже зелень едите сырыми. Мы говорим, а как же можно? Поэтому кухня совершенно различается. Ну, а говоря о сычуаньской кухне, она, конечно, очень острая, перченая, и поэтому, прежде чем поесть, нужно подумать, можешь ли ты столько перченого съесть. Но, тем не менее, можно всегда поговорить, узнать, что поесть. Интересно, у них суп. Обязательный суп есть. Это по типу нашего киселя. Когда мы говорим, почему такой суп? Он говорит, чтобы желудок хорошо работал, чтобы вы не испортили его. Поэтому вот эти моменты есть. Гостеприимство обязательно. Огромная часть вообще денег даже у них было всегда запланировано на проведение культурных мероприятий и банкетов. То есть именно за столом китайцы считают, что можно наладить и дальше взаимоотношения. Не только официальная часть должна быть, а именно вот вторая часть, за которой за круглым столом налаживаются контакты. Ну, мы тоже можем похвастаться этим и тоже, мне кажется, можем угостить и удивить китайцев, наших гостей, гостей нашей республики чувашскими национальными блюдами. Я прав? Конечно, конечно. Потому что у нас с вами огромные куски мяса. И первое время мне казалось, когда их мясо вот мелко-мелко, что они экономят. Нет, как они объясняют, это чтобы соус лучше проникся. А у нас это большие куски, у нас очень много сладостей, которые для них очень дороги. Например, в Китае дорогая сладкая продукция. Наши конфеты, мед они очень мороженое. Любят. Мороженое. Мед, они вот, когда приезжают в гости, они, конечно, обязательно увозят. И мы им в подарок возим мед. Поэтому есть чем угостить, конечно. Спасибо большое, Мария Никан. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор о китайской культуре, а точнее о сходстве чувашской и китайской культуры и о форуме Волга-Янзы. Небольшой перерыв.
Еще раз доброе утро всем нашим телезрителям. Напомню, сегодня у нас в гостях в студии руководитель Центра изучения Китая Краснова Марина Николаевна. Марина Николаевна, еще раз доброе утро. Доброе утро. Очень интересный рассказ про форум Волга-Янзы, да и вообще про сходство и развитие чувашской и китайской культур. Но все-таки форум, на мой взгляд, на мой первый взгляд, я могу ошибаться, несет такой экономический потенциал, так скажем. Какое отношение к этому имеют студенты и Чувашский государственный университет? Какую роль играет университет на этом форуме? Чувашский государственный университет является членом данной ассоциации. В Чувашии их два. Еще Чувашский государственный педагогический университет. И вот нам выдано, выпала честь все-таки основную часть взять на себя. В четверг состоятся экскурсии в наш вуз и в педагогический вуз с китайской стороны, ну и российских делегатов. Во второй половине дня будет торжественное открытие форума на ледовом комплексе «Арена», где, соответственно, соберемся все вместе, послушаем полномочного представителя Приволжского округа, доклады проректоров и ректоров вузов, которые вот будут торжественно открывать. На следующий день работа продолжится, будут секционные секции с научными, творческими докладами преподавателей вузов, которые к нам прибудут. Ну и во второй половине дня мы планируем экскурсию по городу, экскурсию в Национальном музее. У нас очень много, более 8 соглашений с провинциями Китая, с вузами Китая, на основании которых мы работаем. Осуществляем научные, культурные контакты и обмен студентами. В нашем вузе несколько таких базовых, скажем так, вузов, с которыми мы плотно сотрудничаем. Это Анхойский университет, с которым у нас давние связи, налаженные связи. Мы проводим дни Анхоя в Чувашии, дни Чувашии в Анхое. Происходит обмен студентами. Наши обучаются китайскому языку в Анхойском университете, а студенты Анхойского университета у нас обучаются в магистратуре нашего вуза. Вот первый выпуск уже уехал, теперь приехали вторые. Но вот так как мы набираем популярность, сегодня у нас есть не только магистранты, приехали китайцы из Анхойского, из провинции Анхой, которые обучаются на подготовительном факультете на русском языке. Ну вот, правда, там один мальчик и две девушки, они хотят стать актрисами, актерами, певцами. И Джан Сунь поет уже, ездит и в Китай периодически в командировку, и выступает на наших концертах. Его выступления очень трогательны, иногда даже до слез. Но вот на концерте он будет исполнять там и песни военных лет на русском языке. Кроме этого, конечно, мы с Сычуаньским университетом сотрудничаем, с Юго-Западным нефтегазовым университетом, там наши студенты обучались китайскому языку. Ну и ряд еще Гуян, Кайфане, города разных провинций, в которых обучаются наши студенты. А есть статистика, сколько наших студентов из Чувашии, из ЧГПУ и ЧГУ обучается в Китае, и сколько студентов из Китая обучается у нас? Ну, пока получается, что наших даже больше. Российских граждан, которые не боятся уехать в Китай, поучиться. Кто-то уезжает на семестр, кто-то уезжает на два семестра, то есть годовая программа. Эти программы бесплатны, за обучение наши студенты не платят, полностью на себя берет китайская сторона, ну, проживание в общежитии и жизнь, понятно, оплачивает сам студент. Вот в 2016 году у нас было 16 человек, потом 10 человек. Некоторые продолжают до сих пор обучение, то есть закончили, они уже не совсем принадлежат Чувашскому государственному университету, они закончили курсы китайского языка и поступили в магистратуру китайских уже вузов. Сами. Вот, например, Татьяна Дмитриева, соответственно, она уже там обучается в магистратуре и в этом году, в принципе, должна закончить. Многие уже трудоустроены даже в Китае. Например, выпускницы журфака, которые работают в международном отделе по налаживанию связи с российскими вузами. То есть они показали себя. Вот. В пединституте, насколько я знаю, это 8 китаянок, в основном девочки там, приезжают из
Гуйчжоуского университета, там отделение русского языка, и они вот один семестр обучаются, потом уезжают, приезжают в следующий, чтобы вот получше изучить русский язык. Соответственно, студенты пединститута также в Гуйчжоуском университете, в педагогическом университете изучают тоже на приоритетных началах 8 на 8 китайский язык. Главный вопрос, который у меня возник, услышав рассказ про студентов по обмену, нет ли языкового барьера? Как ребята справляются с этим вопросом? Ну, небольшое требование существует, чтобы они все-таки знали какой-то английский язык. Английский язык. Потому что в некоторых вузах первоначальное обучение происходит на английском языке. Но, с другой стороны, чаще всего наш студент не видит препятствий. Почему? У нас есть курсы китайского языка в вузе уже третий год. Соответственно, многие обучающиеся, вначале полюбив вот таким образом китайский язык, получив азы, подают уже документы на программу изучения китайского языка. И поэтому языковых барьеров они не чувствуют. Ну и это, мне кажется, еще должно привлекать абитуриентов, да? Потому что они могут, проявив себя, проявив желание, возможно, даже, вот как вы рассказали про наших студентов, отправиться в Китай на обучение и, может быть, даже там каких-то успехов добиться. Я ведь правильно понимаю? Да, совершенно верно. Поступив в Чувашский государственный университет и зная, что у нас вот 8 соглашений, а я надеюсь, что на этом форуме будет подписано еще, то есть есть возможность после первого семестра, после первого курса, показав, что да, вы обучаемы, вы талантливый, вы усердный студент, попасть в Китай. Потому что подается пакет документов на китайскую сторону, они тоже смотрят. Ага, ребят, вы можете учиться? У вас хорошие оценки. То есть там пакет документов, здоровье ваше какое, не болеете ли вы там чем-либо, нет ли у вас аллергии, потому что ведь это другая культура, другой климат может быть, в отличие от Чуваши. И если все хорошо, то присылается, как принято в китайской культуре, красный конверт. Счастье, здоровье, богатство означающее. Вот теперь у вас есть этот конверт, ваше приглашение, и вы можете приехать в Китай обучаться. Да. Действительно, у нас и студенты исторического факультета, и экономического факультета, студенты строительного факультета съездили в Китай. Спасибо большое, Марина Николаевна. Очень, на самом деле, интересный рассказ. И такой вопрос. Понятное дело, что в рамках форума будут проходить закрытые мероприятия, на которые обычные желающие вряд ли смогут попасть, потому что это все-таки экономический форум и университетский, там будут студенты-преподаватели. Планируется ли в ближайшем будущем проводить какие-то, возможно, мастер-классы или открытые лекции с участием наших китайских гостей, чтобы на эти мероприятия смогли попасть обычные желающие люди, которые интересуются китайской культурой? Совершенно верно. А вот опять же возвращаемся к любимому Анхойскому университету. Есть там центр изучения России Ши Хун Шен, который периодически к нам приезжает. И вот он в июне месяце планирует приехать к нам в Чувашский государственный университет как раз с такими мастер-классами. То есть мы сделаем обязательно анонс, что он приезжает, и проведем открытое мероприятие. Потому что вот его любят, знают у нас уже в университете. Наши представители работали в его центре. Он покровительствовал, скажем так, нашим студентам. Культурную программу проводил им там. Так что всегда, пожалуйста, и открытые лекции для него не проблема. Он очень такой радушный и открытый человек. Поэтому, уважаемые телезрители, если кому-то из вас интересна тема китайской культуры, и вы желаете лично познакомиться с представителем этой большой, дружественной нашей стране страны, то вот очень скоро будет такое мероприятие и такая возможность, да? Да. Спасибо большое, Марина Николаевна. Ну и, кстати, надеемся, что вы придете вместе в гости к нам еще на телевидение с представителем китайского университета. Обязательно зовите. И Ши Хун Шен хорошо говорит по-русски. Ему он преподаватель русского языка, так что никаких языковых барьеров он не видит. С нетерпением ждем. Спасибо. Уважаемые телезрители, передача «Ир Бузан» подходит к завершению. Всем хорошего дня. До новых встреч. Шамаламар, шуля тагарамар, таган занда ударамалала. Шумарда шеве, хевель дедуге, икен барля ударамалала.
Езе юратсан, эбе юратсан, чунра ялам пуля юратун. Исмам бабулзан, этсам бабулзан, пирин чула пюльне уйралу. Езе юратсан, эбе юратсан, чунра ялам пуля юратун. Исмам бабулзан, этсам бабулзан, пирин чула пюльне уйралу. Сылах перепадар байхават. Аке аннене аш самахкалар, шуттенше гадар нижен бире. Езе юратсан, эбе юратсан, чунра ялам пуля юрату. Исмам бабулзан, этсам бабулзан, пирин чула пюльне уйралу. Шамаламар, шуля тагармар, таган занда ударамалала. Кашни ирдарап, тура тавдава, мамба из пуре женью нажар. Изи юратсан, иби юратсан, чунра ялам пуля юрату. Ис мамба булзан, ицам бабулзан, пирин чула пюльне уйралу. Изи юратсан, иби юратсан, чунра ялам пуля.